Невский районный суд закончил изучать дело о страшном пожаре в здании Невской мануфактуры. Сегодня прокуратура потребовала по 3,5 года колонии общего режима для бывших руководителей. Максима Макеева и его экс-заместителя Алексея Михневича обвиняют в оказании небезопасных услуг по предварительному сговору. Якобы оба игнорировали правила пожарной безопасности, не устраняли нарушения, которые выявили сотрудники МЧС, но при этом сдавали помещение в аренду. В итоге в апреле 21-го в здании вспыхнул пожар, который фактически превратил объект культурного наследия в руины. Защита, в свою очередь, считает, что Максим Макеев, который проработал гендиректором 2 месяца, а также его экс-заместитель, должны быть оправданы за отсутствием состава преступления. Все предписания, за исключением последнего, 9 марта 2021 года, выносились сотрудниками МЧС задолго до его вступления в должность. При этом последнее предписание не содержало требования о незамедлительном устранении нарушений. Напомню, пожар в здании Невской мануфактуры вспыхнул днем 12 апреля 2021 года. Во время тушения, которое продолжалось несколько дней, один спасатель погиб, 2 были госпитализированы в тяжелом состоянии. Также в больнице оказался один из арендаторов. Ущерб превысил 700 миллионов рублей. Сейчас здание восстанавливают. Оглашение приговора бывшим топ-менеджером Невской мануфактуры запланировано на 14 сентября.